Мы хотим помешать их проекту, но для этого нужно видео из лаборатории, нужны кадры ужасных издевательств над животными. И есть проблема, их охрана сверхнадежная. Но есть один способ. Мы готовы его применить только с твоего согласия. Джей, а если девочка не согласится, мы отменим операцию? Ты к этому ведешь? Приятель, мы приехали в другой конец мира. Нужно довести дело до конца. Вот эгоист. Здесь главное не ты и не мы. Она Окча, как семья. Обязательно нужно согласие. Принуждать к операции, если она не согласна, это насилие. Мы члены АЛФ и обязаны уважать кодекс. Бросим операцию, потому что какой-то тип в 70-м написал этот дурацкий кодекс. Ты об этом? Организация сильна не традициями. Она сильна людьми, нами. Если так считаешь, тогда ты не член АЛФ. Вон из грузовика. Чтобы вывести Миранду на чистую воду, нам нужно видео из лаборатории. В этом нам и поможет Окча. Ученым из Миранды не терпится провести на ней опыты. Это их лучшая суперсвинья, поэтому мы сделали вот что. Точно такая же коробочка на ее ухе, да? Но эта штука будет передавать нам из лаборатории видеосигнал. На Окчу установят скрытую камеру. Привет, малыш. Эй. Хорошо. Прости, но наш план был таким. Спасти Окчу, установить камеру и вернуть Окчу назад Миранду. Хотите отправить Окчу в Америку? В лабораторию? Да. Но ты не волнуйся. Ее не посмеют обидеть. Им она нужна, безупречной, для конкурса красоты. Если там и будут ставить опыты, то только безопасно. Мы разработали детальный план, как спасти ее во время шоу в Нью-Йорке. Обещаю, мы ее вернем тебе. Если наш план удастся, проект «Суперсвинья» закроют навсегда. Мы спасем от смерти миллионы таких же суперсвиней, как Окча. Но без твоего согласия мы не начнем. Если ты не согласишься, мы отменим операцию. Так что ты решила? Верните Окчу обратно в горы. Она согласна. Большое спасибо. Это огромный прорыв для всех животных. Девочка доверила нам Окчу. Нужно уважать ее храбрость. Она не соглашалась отдать Окчу. Что ты сказал? Тогда, в грузовике. Она сказала, верните Окчу назад в горы. Я соврал. Боже, зачем ты соврал? Не знаю, был такой момент, что я не мог. Я не мог отменить операцию. Это наша самая отпадная операция. Я же все подготовил и... Кей. Все в порядке. Ты мне дорог, но ты опорочил 40-летнюю историю и богатое наследие фронта спасения животных. Ты предал великие умы и отважных борцов, которые были до тебя. Не искажай перевод. Перевод — это святое. С этого момента ты больше не член АЛФ. Ты исключен навсегда. Пошел вон.